Губернатор Челябинской области Михаил Юревич обсудил перспективы автозавода «Урал» с президентом группы «ГАЗ». Круг вопросов состоявшейся встречи с президентом группы «ГАЗ» касался самых актуальных проблем градообразующего предприятия МИАСа и способом их решения. Михаил Юревич отметил важность успешного и динамичного развития автозавода «Урал», крупнейшего актива группы «ГАЗ» в Челябинской области. Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Михаила Юревича с президентом группы ГАЗ БУ Инге Андерсеном. Обсуждались перспективы развития Уралаза. Все эти годы количество работающих на предприятии снижалось. Сейчас, по корпоративным данным, на АЗ «Урал» трудится свыше 6 тысяч человек. В планах компании расширить модельный ряд, что потребует увеличения количества рабочих мест, но только к 2017 году. Это серьезная заявка на будущее. Андерсон отметил, что компания намерена сосредоточиться на развитии тех проектов, которые обладают наиболее сильными преимуществами из всей продуктовой линейки. «Мы рассматриваем возможность инвестировать в предприятие на эти цели 11 миллиардов рублей в ближайшие 5 лет», – заявил Бу Андерсон. По окончанию встречи Андерсон отметил, встреча оказалась продуктивной. На ней, по его словам, удалось обсудить объективные проблемы, которые испытывает предприятие, а также найти совместное понимание способов их решения.